Я опять по хвастушке, потому что я опять приехала с дачи, и опять у меня тут красота. Расцвела вот такая новая фиалочка. Тундер Сюрпрайз. Не знаю, правильно я произношу по-английски название. Очень набита цветочками, бутонами. Очень маленькая и симпатичная расцветочка. Зеленая, голубая, желтая. И немножко она мне казалась одинаковая с морским прибоем, но вот сейчас он рядом, и я вижу, что они различаются. Морской прибой, конечно, замечательная фиалка, я просто рекомендую. Она так набита бутонами, что туда вот даже палец не запустить, чтобы выправить какой-нибудь бутончик. Настолько плотно. Красота просто неимоверная, радует. Вот, несмотря на маленькие размеры фиалочек, они даже лучше и выгоднее смотрятся, чем какие-то большие размахайки. Вот та же Шато Бриньон, я не знаю, вот, например, Праздник Покрова. Ну, вот большая фиалка, симпатичная, но все-таки набитая битком просто, как сельдей в бочке, вот этих цветов радует. Немножко разочаровала меня вот такая фиалочка с очень трудным названием Snuglis Little Dream. Розетка красивая, листочки мелкие, красивые, но цветочки настолько мелкие. Посмотрим, может быть, еще подцветет и цветочки увеличат размер. Вот, например, лунная радуга в первоцветении выдала очень мелкие цветочки, практически такие же по размеру, а сейчас вот цветок один больше, чем лист. Вот мне очень понравилось, и она очень неутомимая, она хочет радовать, видимо, хозяйку, потому что я часто уезжаю, и вот она цветет и никак не может отцвести. Вот такой фиалочкой я осталась в прошлый раз. Стоп скотч. Вот она до сих пор цветет. Как будто искусственные такие цветочки. Прям, ну, интересно. Шато Бриньон рядом стоит. Так они хорошо сочетаются. Так, яблоневый сад у меня хорошо начинает цвести. Весь набитый. Набитый. Цветочков много. Больше, чем листочков. Мне это очень-очень нравится. Цыпочка и аурелия расцвела, и просто решила покорить меня своими колокольчиками. Очень красиво смотрится, очень долго стоят цветочки. Нравится, не разочаровалась. Так, вот у меня один цветок какой-то тут на смеху подобно выдал старая моя фиалка. Playful Spectrum. Ну, я посмеялась. Ну что, пускай такая. Вот, чтобы больше похвала. А, вот еще, да, бабочка Морфа у меня цветет с красивущими со своими лепесточками. Интересными. Очень приятная расцветка. Вот, очень красиво все тут. Мне очень нравится. Да, зацветает. Злата скифов вот начинает набирать бутончики. Ну, подождем. Будет еще одна трансляция.